Так, друзья, приветствую, на связи Денис. У нас появился новый открытый лендинг на токены FIL. Минимум нужно закинуть 5 токенов FIL под 9% APY на 180 дней. За этот период мы не сможем забрать назад свои токены FIL. Процент небольшой, но это все не важно. Почему не важно? Потому что самое главное, что мы берем от лендинга, это карму. И какую именно карму? Мы можем получить вот эту вот звездочку, лендер, которая называется, и 250 кармы. Давайте я поднимусь в самый верх. Вы видите, что у меня 0 кармы. Я специально сейчас обновлю страницу. И еще раз как бы убедимся, что кармы 0. Что я сделал? Я закинул сюда себе 5 токенов FIL. Но сейчас, когда у нас открывается такой лендинг, как правило, токены FIL на завод будут достаточно долго. Давайте даже вот сейчас найдем FIL. Я вам постараюсь это показать. Как правило, такой CoinList даже пишет. Он пишет, что там FIL могут быть зачислены в течение часа, двух, пяти суток или что-то такое. Как этого избежать? Давайте сейчас посмотрим, есть оно или нет для начала. Самое интересное, еще не смотрел. Да, вот, в этот раз оно пишет то же самое. То есть депозиты FIL в данную секунду появляются в течение часа или же более. Пожалуйста, там ждите и тому подобное. В общем, чтобы это не ждать, чтобы не попасть на вот такой вот длинный пендинг и не дождаться, пока весь этот лендинг разберут, как мы делаем? Мы закидываем просто тезер. Я вот закинул себе 130 тезера. На 130 тезера я потом купил, получается, 5 FIL. Это на 120 с чем-то. И вот 8,70 у меня еще осталось. То есть, по факту, там 123 доллара у меня ушло вот на все про все, чтобы я непосредственно получил 250 кармы на CoinList. Это очень круто. Это действительно очень-очень мало. Почему так? Кто-то скажет, здесь нужно заводить тезер по ERC-20, да, но его можно заводить без комиссии. Если не знаете как, то просто зайдите в мой Telegram, клацните на пост в закрепе, и там я детально расписал, как заводить тезер USDT по сети Ethereum ERC-20 на CoinList без комиссии. Сейчас на этом останавливаться не буду. Что дальше? Мы дальше закинули тезер, нажали Buy Sell, обменяли тезер на FIL, получили 5 FIL. Круто. Потом заходим вот сюда, вот Lending Program. Здесь изначально вас просят выбрать страну, потом область, потом покликать галочки, все это кликаем, ничего сложного нету. После этого вот такое вот окошко, здесь, соответственно, set to max, 5 FIL, да, 9% APY, 180 дней, да, confirm loan. Нажимаем это, ждем, пока CoinList все это прогрузит, FIL loan created successfully, прекрасно, смотрим на наш кошелек FIL и смотрим, что мы их закинули непосредственно уже в наш лендинг. Этот лендинг, именно этот, он у нас начнется 22 февраля, если я не ошибаюсь. Но мы уже можем перейти в нашу карму, можем обновить нашу карму и увидеть, что мне дали за это только что моментально 250 карм. И, соответственно, вот эту вот звездочку я забрал. Друзья, вот такая вот информация. Если был полезен, ставьте лайк. С вами, как всегда, был Денис. Всем пока-пока. Зарабатывайте.